Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 мая. Память преподобного отца нашего Никиты, епископа Халкидонского. Преподобный отец наш Никита с юных лет возлюбил Христа, отрекшись от мира и всех мирских привязанностей. Он угождал Богу своей добродетельной жизнью и возведен был на престол Халкидонского святительства, на котором, подобно свече, стоящей на подсвечнике, светил миру и украшал Церковь Христову. Святой Никита был весьма милостив к нищим. Он питал алчущих, нагих одевал, странников принимал в дом свой и упокоивал их. Он был отцом-сиротом, заступником-вдовицам и спасителем для всех обидимых. Когда наступили тяжелые времена ереси иконоборческой, царствования Льва Армянина, святой Никита показал себя мужественным исповедником имени Христова, ибо много подвязался в борьбе с нечестивым учением, обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклоняться иконе Христа Господа и Его Пречистой Богоматери, а также иконам и всех прочих святых. Доблестный исповедник Христов перенес много мучений от нечестивого царя и его единомышленников. Перенес он и изгнание, и уничижение, и прочие беды за свое правоверие. Спустя достаточное время после многих исповеднических трудов святой Никита перешел от земли в обители небесные. Кончина последовала в начале IX века. Бог прославил его на небесах пред ангелами своими, на земле же перед людьми, ибо от честных мощей его творились многие чудеса, подавались исцеления всяких болезней во славу Бога, прославляемого во святых своих. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.